Давайте продолжим. Нам еще предстоит многое обсудить, многое рассмотреть, для того, чтобы у нас сложилась целостная картина относительно доктрины избрания. Мы с вами рассмотрели различные определения свободной воли, рассмотрели их как с позиции индетерминизма, так и с позиции детерминизма. Однако есть еще понятия, которые нам следует обсудить. Скажем, фатализм. Это наиболее крайняя форма детерминизма, которая называется фатализм. И хотя есть различные виды фатализма, все они сводятся к следующему. Все, что должно произойти, обязательно произойдет. И никто ничего не сможет сделать, чтобы что-то изменить. Вот в такой фаталистической картине мира каждый человек представляется жертвой. И не только человек, сам Бог представляется жертвой. Он также не в состоянии ничего изменить. Я полагаю, что есть армяне, которые считают, что кальвинисты на самом деле фаталисты. И, быть может, есть такие неправильные кальвинисты, которые на самом деле фаталисты, но кальвинизм в действительности не стоит на основании фатализма. Есть еще такое понятие, как крайний детерминизм. И в основе этого взгляда лежит твердая убежденность в Божьей суверенности, что Бог контролирует все, что происходит в мире, включая избрание. А если Бог все контролирует в этом мире, то получается, что не остается никакого места для свободной воли, любой свободной воли. И вот сторонники этой позиции отвергают наличие свободной воли. Вот те люди, которые являются сторонниками позиции крайнего детерминизма, считают, что Бог контролирует всем происходящим в этом мире, Он избирает то, что должно произойти, Он выстраивает картину истории. Конечно, все не так детерминировано, как в случае с фатализмом, но тем не менее и здесь не остается никакого места для свободной воли человека в любом ее виде. Есть также понятие «парадоксальный детерминизм». Так же, как мы с вами рассматривали парадоксальный индетерминизм, существует парадоксальный детерминизм. И вот эта позиция немного отличается. В случае парадоксального индетерминизма, если вы помните, парадокс был в том, что признавалось наличие как суверенности Божией, так и либертарной свободной воли. В этом же случае парадокс в немного другом. Здесь присутствует твердая убежденность в существовании Божьей суверенности, но на основании этого делается утверждение, что никто не может тогда быть свободен. Поэтому все, казалось бы, звучит так, как и в случае с крайним детерминизмом. Но вот парадоксальный детерминизм добавляет еще одно утверждение. Говорится о том, что несмотря на тот факт, что никто не обладает свободной волей, в любом ее виде люди все еще ответственны, нравственно ответственны за свои поступки. Как же можно в это верить? Да потому что Писание этому учит, этого требует, что Бог все контролирует. Контролирует, все управляет, при этом не оставляя никакого места для свободной воли человека, и в то же время, с другой стороны, Писание говорит о том и показывает, что человек несет ответственность за свои поступки. Поэтому есть люди, которые считают, что нужно верить и в то, и в другое. Но а как же может быть справедливо призывать людей к ответу за те поступки, которые они не совершили по свободной воле, добровольно? Вот этого сторонник парадоксального детерминизма вам объяснить не сможет. Но он полагает, что необходимо придерживаться и того, и другого, потому что, на его взгляд, Писание учит и о том, и о другом. Идем далее. Умеренный детерминизм. Вот сторонники этого взгляда оставляют место для компатибилистской свободной воли.
которую мы с вами уже определили, поэтому мы не будем останавливаться на определении компатибилистской свободной воли. И, быть может, вы думаете, ну как в это можно верить? Если Бог все устанавливает, все определяет, определяет мои поступки, то как можно говорить об отсутствии принуждения? Одно дело, если Бог устанавливает что-то, что я сам хочу делать, или, например, я безразличен к этому, и Бог очень легко может меня убедить так поступить. Но что, если Бог установил, чтобы я совершил то, что не хочу совершить, скажем, принять Христа? И как мы с вами уже говорили на предыдущей лекции, Бог способен поместить нас в такие обстоятельства, предоставить нам такие аргументы, при этом не угрожая нам, при этом не принуждая нас каким-либо образом, что вот эти обстоятельства, эти аргументы убедят нас, заставят нас поверить, что то, что мы не хотели делать вначале, на самом деле то, что мы хотим делать. И задумайтесь, ведь люди делают это постоянно. Скажем, если я решу, что какой-то студент должен выйти из класса прямо сейчас, то я могу осуществить это по-разному. Я могу подойти и физически вышвырнуть этого студента из класса, помимо его воли, и оставить его там в коридоре. Понятно, что при этом студент покинет класс не по своей воле, но я при этом осуществлю то, что я определил, то, что я задумал заранее. Или же я могу пойти иным путем. Я могу сказать студенту, что если он или она не выйдет из класса, то он получит двойку за этот курс, то этот студент, конечно, не хочет получить двойку, при этом он и не хочет пропускать лекцию, и получается, что он из двух зол будет выбирать меньше, и, скорее всего, он выйдет из класса. Но такой его поступок нельзя назвать свободным, даже в компатибилистском понимании. Потому что варианты выбора были не те, которые нравятся самому человеку. Но вот представьте, что я обладаю определенной информацией. Я знаю, что в холле этого здания появится некто, скажем, в 11 часов 20 минут. И этот некто будет раздавать чеки, скажем, на $1000 каждый, и он будет давать эти чеки каждому студенту, кто еще не полностью заплатил за свое обучение. И хотя, быть может, вы не хотите пропускать лекцию и выходить из класса, с другой стороны, вам бы не помешала финансовая помощь. И вы начинаете думать про себя, ну, быть может, я могу потом переписать конспекты у своего друга, или, быть может, вы сможете оставить диктофон в классе, чтобы записать то, что будет происходить. Вот понимая всю сложившуюся ситуацию, ваши желания могут измениться, и затем вы примете решение в соответствии с вашими новыми желаниями. Вы выйдете из класса и будете искать этого некто с чеками в руке. Но как бы там ни было, чему я обо всем этом говорю? Если бы я решил, что вы покинете класс вот третьим путем, то вы бы вышли из класса не из принуждения. Поэтому сторонник компатибилизма скажет, что в этом случае вы совершили свободный поступок, вы вышли из класса добровольно. Конечно, здесь можно привести много других примеров, но я думаю, вы понимаете уже, о чем идет речь. Далее, самоопределение. Это не разновидность детерминизма. Это скорее относится к вопросу о том, кто же определяет поступки. Кто является причиной того, что мы поступаем так, а не иначе? Мы сами определяем это. Мы определяем свои поступки. Мы сами делаем выбор и устанавливаем то, как мы поступим. Это все замечательно, но не по этому вопросу спорят между собой кальвинисты и арминьяне. И те, и другие согласятся с тем, что мы сами определяем свои поступки. И вопрос в том, что же делает нас способными
принимать те решения, которые мы принимаем, и делать тот выбор, который мы делаем. Поэтому спор идет не относительно того, кто же является причиной наших действий, но относительно того, что же побуждает нас принимать те или иные решения. И кальвинисты скажут вам, что есть определенные условия, которые склоняют нашу волю к принятию решения. Арминьяне же скажут, что человек свободен выбирать. Да, есть внешние факторы, да, есть причины, которые влияют на нас, но они не настолько сильны, чтобы помешать нам выбрать то, что мы хотим. Хорошо, мы с вами рассмотрели определение. Теперь давайте рассмотрим более подробно сами эти взгляды. Но, к сожалению, из-за нехватки времени мы не можем останавливаться здесь очень подробно и рассмотрим эти вопросы кратко. Мы рассмотрим основные аргументы сторонников либертарной свободной воли. По их мнению, это единственная возможная свободная воля. И на их взгляд это предельно ясно, и в этом не должно быть сомнений. Потому что как какой-то поступок может быть свободен, если он обусловлен внешними факторами? Разве мы не считаем, что если какой-то поступок обусловлен внешними факторами, то он совершается вынужденно? И вот такое представление очень популярно, и так думают очень многие. И поэтому, если что-то, что определяется внешними факторами, нельзя называть поступком добровольным, то тогда должно быть предельно ясно, что единственная свободная воля, которая существует, это либертарная свободная воля, говорят сторонники этого взгляда. Поэтому арминианство — это единственное верное представление о богословии. А кальвинизм в любой его форме не может быть верен, они говорят. Потому что если люди не принимают никакую свободную волю, кроме либертарной, то как кальвинизм может представлять для них смысл? И когда они слышат, что есть свободная воля, но она компатибилистская свободная воля, они говорят, ну, это нельзя называть свободной волей. Это не то, что мы имеем в виду, когда говорим о свободе. И что же в ответ говорят кальвинисты? А говорят они, что в рассуждении их оппонентов есть логическая ошибка. Не знаю, слышали вы когда-либо о таком термине или нет, поэтому позвольте мне объяснить, что же это за логическая ошибка. Она называется предвосхищение основания. Предвосхищать основание — это означает совершать логическое суждение, в котором изначально предполагается верным то, что требуется доказать. Позвольте мне повторить. Предвосхищение основания — это логическое суждение, в котором изначально предполагается верным то, что требуется доказать, а доказательства представлены не были. Так неужели именно это присутствует здесь? И я бы осмелился утверждать, что именно так и есть. Вот сторонники индетерминизма, приверженцы либертарной свободной воли, скажут вам, наше определение свободной воли единственно возможное, единственно существующее. Но разве не это есть предмет спора, что же считать истинной свободой? А если это есть предмет спора, а именно так и есть, именно об этом и спорят, если это лежит в основе, то тогда нельзя выиграть в споре, просто устраняя мнение своих оппонентов. Что ж, некоторые сторонники либертарной свободной воли скажут, но ведь посмотрите, в компатибилизме заложено внутреннее противоречие. «Ну а почему же вы так думаете?» — спросим мы. Да потому что они говорят, если что-то обусловлено внешними факторами, то это уже не свободное действие. А почему? Это ваше определение? Но почему вы так считаете? Где доказательства? Ведь об этом-то мы и спорим. Возможно ли считать что-то свободным, если это обусловлено внешними факторами? Нельзя выиграть в споре ни той, ни другой стороне. Просто лишь утверждая, что точка зрения оппонентов неразумна. И я еще раз повторю, ни в том, ни в другом представлении о свободной воле, ни
представления либертарной свободной воли, ни представления компатибилистской свободной воли, нет внутреннего противоречия. Вы можете спросить, а для чего вы это говорите? Ну, во-первых, позвольте мне сказать, что же на самом деле является противоречивым, что же содержит в себе противоречие. Вот, скажем, женатый холостяк. Вот это понятие содержит в себе внутреннее противоречие. Или круглый квадрат. Вот представьте фигуру, которая одновременно и круглая, и квадратная. В этом действительно есть внутреннее противоречие. Такие понятия невозможно представить, невозможно подобрать соответствующий образ. Вот такого внутреннего противоречия нет ни в понятии либертарной свободной воли, ни в понятии компатибилистской свободной воли. Это не круглый квадрат и не женатый холостяк. Поэтому нельзя говорить о логической невозможности подобных заключений, что при этом нарушаются законы логики, что существует внутреннее противоречие. Опять же повторюсь, и то, и другое понятие логически возможно, и в том, и в другом определении свободной воли не нарушаются законы логики. И что же тогда это означает? Означает это следующее. Если оба определения возможны, то тогда необходимы аргументы, доказательства, что верно одно, а не другое. Вот в заявлении сторонников либертарной свободной воли мы не находим аргументов, доказательств верности их определений. Они повторяют вновь и вновь, что не это имеется в виду, когда речь идет о свободной воле. Как раз-то и спор о том, что же мы имеем в виду, когда говорим о свободной воле. И нельзя отвечать на этот вопрос, лишь устраняя точку зрения оппонента, не предлагая никаких свидетельств и доказательств, говорящих о том, что позиция оппонентов неверна. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Теперь давайте рассмотрим второй аргумент. В этом случае говорится следующее. Детерминизм просто не согласуется с идеей нравственной ответственности за свои поступки. И по сути, это тот же самый аргумент, что и аргумент номер один, аргумент, который мы с вами уже обсуждали, лишь немного измененный. Потому что по сути он основывается на первом аргументе. Все философы, богословы, специалисты в этике, все согласны в том, что если кто-то не совершает поступков добровольно, то он не может нести нравственную ответственность за эти поступки. Его нельзя призывать к ответу за то, что он совершает. Что ж, хорошо. Я думаю, вы видите, куда это все ведет. Сторонники либертарной свободной воли говорят, детерминизм не оставляет никакого места для свободной воли, любой свободной воли, которая имела бы хоть какой-то смысл. Поэтому, говоря о детерминизме, нельзя говорить о нравственной ответственности. Но ведь, с другой стороны, мы все прекрасно понимаем, что люди отвечают за свои поступки. И Писание учит нас о том, что мы с вами несем ответственность за свои поступки. И мы с вами уже обсуждали доктрину о грехе. И мы с вами очень ясно показали, что нельзя кого-то признавать виновным в грехе, если он был вынужден совершить этот грех, если он совершил его недобровольно. И вот, согласно этому аргументу, детерминизм не оставляет места для свободы, поэтому он и устраняет нравственную ответственность. И вот проблема этого аргумента – изъян в его корне. Точно такой же изъян был и в аргументе номер один. Здесь допускается, что если поступок предопределен, то он не может быть добровольным. Если поступок обусловлен внешними факторами, то он не может быть свободным. И по сути, это тот же старый аргумент, который мы рассматривали как аргумент номер один. Сейчас он просто сформулирован иначе,
преподан с другого угла, выражен другими словами, просто лишь говорится, ну и к тому же, ваша точка зрения не оставляет абсолютно никакого места для нравственной ответственности. Ведь только когда люди свободны, когда они наделены именно либертарной свободной волей, только тогда можно говорить о нравственной ответственности. Но тут опять же все сводится к одному вопросу. Вопросу о том, а действительно ли либертарная свободная воля единственно возможная, единственно существующая свободная воля. И как я уже говорил ранее, нельзя выиграть в споре, просто устраняя все точки зрения оппонентов, не представляя никаких доказательств, что они неверны. Поэтому сторонник детерминизма в ответ на это может сказать следующее. Да, компатибилизм является одной из форм детерминизма, но он оставляет место для нравственной ответственности, не устраняет ее, потому что поступки, совершенные с точки зрения компатибилизма, совершенные на основе компатибилистской свободной воли, являются подлинно добровольными, свободными, и поэтому люди, совершая их, несут нравственную ответственность за свои поступки. И добровольны эти поступки потому, что люди совершают то, что хотят. Они принимают решения не потому, что их вынудили делать то, что они не хотят, а потому, что сами хотят так поступить. Что ж, хорошо, теперь давайте рассмотрим библейские аргументы. И обычно здесь говорят о том, что, вот посмотрите, в Писании мы читаем о том, что люди призваны выбирать. Они должны принять решение, сделать выбор. Люди призваны принять благую весть, и они сами должны принять это решение. Они за Христа или против? «Всякий, кто захочет, прийти сможет ко Христу». И разве все это не предполагает, что люди на самом деле свободны? И если они отвергают Христа, то понесут за это вечное наказание. Что ж, хорошо. Тогда получается, что единственно возможная свободная воля, и я не раз слышал такой аргумент, это либертарная свободная воля. Библия учит о свободе человека, посему армянское богословие должно быть верным. А любое богословие, которое основано на детерминизме, должно быть отвергнуто. В ответ на это, как мне представляется, детерминист должен сказать следующее. Да, действительно, Библия учит о том, что люди наделены свободной волей, но Библия нигде не дает определения, что же это за свободная воля. Но тот факт, что Библия учит о том, что люди обладают свободной волей, означает, что мы должны отвергнуть те мировоззрения, те точки зрения, которые отвергают свободную волю. Скажем, фатализм мы отвергаем, крайний детерминизм, да, мы также это не принимаем. Парадоксальный детерминизм также неприемлем, потому что все три эти точки зрения не оставляют места для какой-либо свободной воли. Но ведь есть еще умеренный детерминизм, есть еще компатибилизм, и они допускают свободную волю, точно так же, как сторонники либертарной свободы, точно так, как и парадоксальный индетерминизм. Поэтому получается, что ограничивается круг возможных взглядов. Это либо либертарная свободная воля, либо парадоксальный индетерминизм, либо компатибилизм. И парадоксальный детерминизм не выглядит самым убедительным здесь, потому что, по сути, вместо того, чтобы дать ответ, как же можно согласовать Божью суверенность и свободную волю человека, он просто лишь утверждает, что мы не знаем как, но как-то это согласуется, потому что Писание учит и о том, и о другом. Но это на самом деле не ответ, как это можно согласовать. Это лишь повторяет утверждение, что и то, и другое имеет место. Поэтому да, мы можем согласиться с тем, что Писание учит о том, что люди свободны. Но это не означает, что Писание определяет, что же за свободная воля имеется в виду.
Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.